смела все награды в прошедшем сезоне. Ей 15, ему 21, и они будут кататься под лунную Людвига ван Бетховена. Вот два моторчика. Кина Маклафлин и Рокни Брубейкер. К сожалению, из-за того, что эту запись, судя по звуку, очень раритетную, нам китайские звукорежиссеры дают прямо в канал, а не через Интершум, создается полное ощущение, что спортсмены катаются под одну музыку, а «Лунную сонату» мы здесь наложили в Москве. Извините за слово «наложили». Но, тем не менее, именно под эту музыку они катались, именно в этом временном формате. Но катание, как вы видите, мощное, безостановочное. Они все время несутся вперед. На каждый элемент заходят на очень высокой скорости. Классная была подкрутка. И, конечно, темп катания, ну, не сравнить ни с одной парой, которые выступали до этого. И посмотрите, как она выезжает из выброса. Это шикарно. Показ китайский, конечно, не выдерживает никакой критики, потому что как только хочешь посмотреть в дорожке шагов на то, какие шаги делают спортсмены, тут же тебе показывают лицо партнерши. Хочешь посмотреть во вращении, как
меняется ребро, тут же тебе показывают торс спортсменов. Обещаю, что на российском этапе Cup of Russia, серии Гран-при, такого не будет. Единственный этап, где можно с режиссерами договориться, в том числе и со звукорежиссерами. Далила Сеппенфилд и Лей Ина Маклафлин, это их наставники и хореографы в то же самое время. This horse please for Kyoto McLaughlin and Rocky Brubaker from USA. В общем, мощи и энергии этой паре не занимать. И при определенной методике подготовки эта пара будет представлять из себя очень серьезную силу. 3-4 балла это выше, чем у всех, 25 баллов тоже, конечно же, кто с ними здесь может сравниться, это было ясно с первых же шагов. Им даже можно было и не прыгать. Хотя, кстати, партнерша и не прыгнула, за что получает минус штрафной балл.